Ночная прогулка у нас у мелкашей. Ходим, гуляем от одного фонаря до другого. Вот. А посередке темнота. Я надеюсь, что скоро будет не так сильно темно. Или, может быть, когда-нибудь нам повезет, и здесь будет фонарь. Все? Все, что ли, да? Побежали? Побежали! Ура! К фонарику, к свету! Им-то вообще вот как-то, я так чувствую, что им без разницы, светло, не светло. Вот так вот, папа порвался. Нет, не порвался. Пойдем, пойдем. Ух, какие, говорит, тут кустики интересные. Побежали, 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 побежали. Ну, молодцы. Вот они молодцы, они терпят. Прям вот я рад. Гуляют с удовольствием. Не то, что Джина выйдет, тут понюхает, подумает. Так, это мы уже знаем, что вы там умеете. Так, сейчас я здесь, да. Это если я им дверь. Если я им дверь вовремя не открою, они могут пролезть через подворотами, в общем.